Бомбы разрушают напрочь. Мины уничтожают наповал. Молнии бьют прямо в цель. Пилы разрезают быстро и резко. Выйди на поле боя, сражайся только за победу. Скачивай игру, заряжай ствол и скорее в бой. Закончится. После долгих столкновений двух сторон слабейшие покинут игру, а сильнейшие будут править. Переживай, сын. Левиафан вечно тебя недооценивает. Госпожа Дора, хочу заметить, что ваш сын провалил ряд последних вылазок. Молчать! Выйди вон! Ты всему научишься, и я уверена, ты вскоре станешь самым могущественным в нашем измерении. Поезжай теперь на задание и покажи Левиафану, на что ты способен. Thank you.
Я на месте. От них останутся одни шестеренки. Уже умрете. Не выпускай это чудовище! С вашей расой не вышло. Произошла ошибка. Но с этим миром у меня все схвачено. Мне удастся воплотить план. Час. Едем со мной в большой и перспективный мир и совершим там великую историю, нашу историю. До завода 2 километра. Ура!
Выпьем за завершение миссии. Квасу, конечно, мы же на службе. После миссии отправлюсь на долгожданный ремонт. Хотя, признаюсь, привык я к вам за этот месяц. Мы все были отличной и слаженной командой. Я горжусь тем, что могу служить с такими товарищами. Здесь раньше одни рельсы были. Вы не представляете, как я рад быть с вами и помогать Советскому Союзу. По завершению миссии отправимся искать твоих родителей. Поезд, ты как? Нормально все? Вы уже по-любому не доберетесь до завода. Генерал! 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 Следов КВ-44 не обнаружено! Ищите еще! Он не мог далеко телепортироваться! Уже скоро подоспеет второй КВ-44, а мы первого потеряли! Генерал, по докладу других разведчиков, бронепоезд не доехал до завода. Вся экспедиция погибла. Второго КВ-44 не будет.
Нам нужно двигаться дальше. А ты что здесь делаешь? Сюда уже приближаются враги, а у нас почти нет защиты. Нужно срочно разработать какое-то оружие. У нас утерян чертеж КВ-44, а на разработку новой машины уйдут недели. Остались записи инженеров о строении КВ-44. Я с вашими товарищами смогу собрать из этого чертеж. Ты в этом не разбираешься. Я в одиночку восстановил Ратта из руин. Справимся и с этим. Занимаешься безумством. К чему тебе эти необузданные чудовища? Я знаю, что ты на меня злишься. Но что решено, того не отменить. Встань, великий воин. У одного бойца один мой дух, а у тебя их десятки. Здесь успехи. Тяжело, владыка. Целыми сутками работаем. Танки устали. Меня это не интересует. Проект надо выполнить. Поднажмите! Бросай якорь! Я чувствую, он здесь. Насытился войной, огнем, скрежетом стали и смертью. Следуй за мной. Владыка, у КВшки новый рекорд. 15 танков за 3 секунды. Здесь, если не хотите, чтобы она вас испепелила.
не наш сын. Ты не об этом сейчас должна думать. Отвечай! Я тебе уже говорил. Он на важном задании в третьем измерении. Скоро ты его увидишь. Ты мне лжешь! Мы с тобой должны сосредоточиться на нашем деле. Это превыше всего. Если у нас сейчас все сорвется, то не мы, ни наш сын, ни все жертвы, что мы принесли, не имеют никакого смысла. Соберись. Скоро твой выход. А сына ты увидишь. Все как и в прошлые разы. Как тогда. Быстро. Метко. Точно в ракету. Что это было за гром? Она злится на меня. Хочет увидеть нашего сына. А где ваш сын? Погиб на одном из моих заданий. Она не должна об этом знать. И тем более о том, что я не стал воскрешать его. На воскрешение его темной души понадобилось бы очень много моих сил. Как бы я его ни любил, моя миссия для меня важней. И он был для нее слишком слаб. Если Дора узнает, она не переживет этого. Что ж, мой юный ученик, у тебя начинается новая жизнь. Ступай. Сделай, что нужно. Я не хочу с ним пересекаться. Всемилостивый государь! Менделеев бросил полк и поехал один вперед! Безумец наш государь! Какая дуэль! Он за всю жизнь пару раз стрелял только! Зовите вашего владыку! Я с ним драться приехал!
Он со всеми легко справился. Все милостивый государь. Ваш слуга прибыл по вашему вызову, владыка. Езжай к восточному вулкану и нейтрализуй скопление падших ангелов. При всем уважении, владыка, мне кажется, у нас куда большие проблемы с Российской империей. Советского Союза, когда под твоим носом Российская империя отвоевывает один за другим регион Европы. Да, ты прав. Отправляйся в Чехословакию и окажи сопротивление. Жду регулярных отчетов. Чего там еще? Ладно, сама разберусь. Ситуации разумнее всего отступить. Ну уж нет. В этот раз дадим ей бой. При таком раскладе наша вероятность погибнуть 97%. Главное подобраться к ней поближе. Вперед! Thank you.
Я карающий гром.
что здесь делаешь? Кусок металла. Ладно, ладно. Кланяйся, ладыка, не злись. Ты сам меня вызвал. Да и теперь я сам вижу, что проблем у тебя полная башня. Я его вызвала, Левиафан. Я его проклял и выслал из ада, как ты посмела. И вернешь, когда это будет нужно. Сейчас нам нужно поднажать, и нам пригодится любая помощь. Убийцу ты один так и не обнаружили? Нет, товарищ генерал. Скорее же, соберите всю команду на поиски этого проклятого дезертира. Есть, товарищ генерал. Когда мы сможем запустить ИС-44? Возьмите себя в гусли, товарищ. Покойный товарищ, ты один? Работал над искусственным интеллектом проекта. Я в этой сфере слабее. Но сейчас изо всех сил спешу закончить этот проект. Поднажмите, товарищ. Товарищ генерал! Ну что опять случилось? Только что разведчики передали, что к нам приближается самолет с КВ-2 и генералом КВ-6 на борту. Завтра выезжаем. Мефистополь, ты со всеми остальными держишь оборону замка. Падшие ангелы могут напасть в любой момент. Созвать сюда всех ремонтников сейчас же! Как
славно сражался. Лафля, прирожденный приспешник Левиафана. Ох, как же взрывались головы падших ангелов под нашими снарядами. Бам-бам! Один за другим. Костюм замечательно показал себя в бою. Мы потеряли много наших, но ущерба богам мы принесли еще больше. Считай это победой. Шаман! Я видел в его приспешниках советский танк! Да, сынок. В рядах наших союзников бывают и предатели. Почему он это сделал? Как он мог пойти за Левиафаном? Порой это сложно понять. Но каждый делает свой выбор. Кто-то действительно слепо верит, что Левиафан приведет нас к светлому будущему. Но мы, на примере нашего мира, можем с точной уверенностью сказать, что это страшное заблуждение. Но Лафля, я мог его убить, но отпустил. Скорее всего, он примкнул к Левиафану против воли. Ты готова? Да, Левиафан. Сегодня важный день, возможно, решающий в этой войне. И неужели все это закончится? С этой ужасной войной мы почти перестали проводить время вместе. Это цена моей великой миссии, любовь моя. Миссия превыше семьи, превыше морали, превыше вообще всего. Но мне тоже не хватает тебя. Когда мы победим, сможем с тобой наконец отдохнуть от всех этих пороков войны. И мы правда все втроем будем счастливо жить в мире и покое? Втроем? Наш сын, Левиафан, как же я по нему скучаю. Помнишь тот прекрасный день, когда он родился? Для меня это было только вчера. Когда он вернется, Левиафан? Уже очень скоро, Дора. Ну а теперь едем. И помни, мы все это делаем ради нашего с тобой сына. Они на одном из моих заданий. Она не должна об этом знать. Не понимаю я этого всего, Вафля. Что такое? Я должен тебе кое-что рассказать. Только это строжайший секрет. Левиафан обманывает свою жену, Дору. Она верит, что ее сын жив. Ты, Левиафан, знает, что он давно мертв. Как мы можем верить Левиафану, если он обманывает собственную жену? Как мы можем рассчитывать на Левиафана, если он не спас собственного сына? Какого сына не спас? Никакого. О чем это вы тут шепчетесь? Да ладно, я пошутил, а? Товарищ генерал, сделали вам такое новое орудие? Как новенький теперь? Отлично выглядите, генерал. Как не вовремя пропал генерал МС-1.
О чем он думал, как трус сбежал в самый нужный момент? При всем уважении, генерал-маршал, МС-1 всегда мудро вел свои дела и храбро сражался бок о бок со своими солдатами. Я уверен, что что-то очень плохое случилось, что заставило его уйти. Что ж, пожалуй, в этом ты прав. Ладно, у нас много дел. Чувствую, Левиафан совсем скоро опять нападет. Всем к орудиям! Полная боевая готовность! КБ, уведи всех гражданских в убежище, срочно! Всем гражданским покинуть дома! Нет, КВ! Ты пока обездвижен и ничего не можешь сделать. Сейчас я перепишу пару строк в твоем коде, и ты станешь нормальным. Стой! После его перезагрузки он снова будет подвижен. Если новая программа не сработает, он все тут разнесет. Сработает. Когда я перезагружусь, убью вас первыми. Тебя убивать. После этого боя ты снова отправишься в мое логово, и то, что было раньше, покажется тебе раем.
и покончено. Москва пала. Генерал КБ-6, начать бомбардировку, но под удар могут попасть жилые здания. Начинайте. Завтра и послезавтра, и буду возвращаться каждый день, пока вы не выдохнетесь. Генерал КБ-6, ну как из 44 справился? Фух, спешил как мог. Простите. Включить его был большой риск. А он прекрасно справился, товарищ. Ты молодец. Риск был большой. Но это был наш последний шанс. Но ты все же проверь еще раз детально его код. Есть, генерал-маршал. Товарищи, как бы ни были страшны и сокрушительны наши сегодняшние потери, мы отстояли Москву. Луч надежды в этой войне разгорается все ярче. Они уже не посмеют вернуться. У нас сильная армия, 3 тяжеловеса. И, насколько я знаю, 2 других тяжеловеса возвращаются в Москву, успешно выполнив задание прежнего генерала, остановив Карла 44. С ними я, правда, пока не знаком. Значит, если Левиафан вернется, мы дадим ему достойный отпор. И будем с каждым днем все больше и больше продвигаться к победе.
Подождите, владыка. Ты меня обманывал, Левиафан! Оставьте в покое Левиафана! Я любила тебя!